Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги CamwasMan. Сегодня у нас четверг. Хотите, покажу вам кое-что? Хотите? Срач. Срач, который навела Алиса. Я всего лишь разобрала одну корзину. Да, это всего лишь одна. Те еще не разобраны. А, ну полторы. Ну, в общем, это. Потихонечку разгребаем хлам, дабы как-то что-то там убрать, что-то выбросить, что-то кому-то отдать. Я все выбрасываю. Ну, не все, конечно, прям все привезу. Ну, нет. Но я кое-что откладываю кому-то отдать. Кому-то. Кому-нибудь, да. Ну, тут много чего кому отдать. В общем, я думаю, на днях мы отдадим полку вот ту под окном. Сегодня. Возможно, даже сегодня, да. Диван. За раз вряд ли получится. Диван. Не, за раз не получится по-любому. Да, просто машина к ним лезет. Если только два рейса Данил сделает. В общем, далеко слишком. Диван. Но здесь пока все как есть. Ну, в общем, когда дивана не будет, я думаю, здесь такой простор будет сразу, что пипец. Мы тогда вообще кровать свою отодвинем куда-нибудь сюда, потому что там холодно, блин. Угу. Дует очень сильно, потому что... Дует. Прошлой зимой мы заклеивали такой резинкой, а потом чуть-чуть... Она отклеилась она стала просто, отклеилась, да. Мы ее с одной стороны она... Ну, половинка. Ее нету, да. Снизу и справа? Нет, снизу есть, только справа нет. А снизу половинка? Нет. Пойдем, покажу, докажу. Хочу. Короче, я сижу в пуховике, жду Мишу, когда он... Доработает, да. И мы поедем обедать. Не то чтобы я прям доработаю, но первую половину я сделал. Вот мне еще нужно будет вечером поработать. А сейчас мы едем обедать к моим родителям. Ты говорила, в 4 часа поедем, без 2 минут 4. Прям как ты говорила! А потом поедем на роликах кататься вечером. Да, давай, а то мы потом в пробку встрянем. На роликах мы любые пробки объедем. Мы, друзья, немножко поздно встали от того, что Алиске не надо на работу, от того, что у нас шторы задернуты, свет не поступает, ты просыпаешься. Мы проснулись в 11, а такое чувство, что как бы, ну, если бы на часах был бы, например, 3 ночи, мы можно было дальше как бы спать, прям реально уснуть и спать. Вот настолько организм нужен свет, чтобы проснуться утром. Это вот прям обязаловка. Так вот, из-за того, что мы поздно позавтракали, сейчас 4 часа дня, мы поздно пообедаем, грубо говоря. А обедать уже как бы надо было бы. Алиска уже аж плохо уже. Я в 4 часа уже ем 4-й раз. На работе, если да. Ты была бы, да. Вот так. Короче, 4-й. я как будто сейчас в обморок попаду. У меня ни руки, ни ноги понять не могу. Ничего, сейчас борщица маминого хованем. Ладно, покушаем, хорошо, не буду говорить хау. Все-таки про мамин борщ будем говорить кушать. Парик. Эй. Барник вам привет передает, да? Барни, ты передаешь привет всем? Он стесняется. Друзья, мы находимся у моих родителей. Вот с этим вот чуреком. Которого мы сейчас чебуреком. Поведем. Мы сейчас поведем его гулять, между прочим. Сикануть ему нужно будет. Друзья. Он что-то хочет вам сказать, по-моему. Он что-то стесняется. Я стесняюсь! Не снимайте меня! Не снимайте! Снимите меня с рук его! Друзья, мы находимся в моей комнате, бывшей моей комнате, в которую мы вскоре на какое-то время переедем. Ну, естественно, потому что нам сейчас пока негде обитать, снимать квартиру. Пока. Ну, в общем, полез. План вы наш увидите какой. Не буду сейчас ничего комментировать, но в целом зря, наверное, на колоночки снимали эти. Барни, ты чё? Барни, ну куда ты полез? Зря, говорю, колоночки отсюда снимаем, потому что мы их обратно привезем. Но вешать, конечно, не будем. Хотя дюбели есть. Ну, я не знаю, где они будут храниться. Ну, в угол или вот к себе. А в какой угол? У нас вообще-то еще вещи свои. Вот этот шкаф, нам нужно в этот шкаф будет поместить мои и Мишины вещи. Попробуем. Ой, я сейчас что-то вам покажу. А нет, не покажу. Я думал, это поп-фильтр самодельный. Чё ты там чухаешься, а? Выгрызают все. Кась, моя кась. Иди, чё-то. Зубами прям бьет по мне. Все, убежал. Мы воду набираем. Да. Так давно с Барником не гулял, что вообще аж соскучился по этому процессу. Барни, Барик. Снега. Сейчас мы находимся около суда.
Смотрите, сколько снега, сугробища какие накидали дворники, прям чуть ли не с мой рост. Барни, ну здесь желтый снег негоже оставлять, все-таки суд. Засудят тебя потом. Ну, как Лиска говорила, мы умудрились поехать в пробку. 6 часов, 6.20. Конечно же, сейчас все возвращаются с работы на левый берег, поскольку левый берег все-таки спальный район вот такой вот, с 9-этажками, 14-этажками и всякими прочими этажками. 14-этажками там. А вот здесь вот эти вон тоже. Да? Это, да. Или 12-этажка. 12. Наверное, 12. Ну ладно, неважно. Короче, сейчас минуя пробки, ну в смысле не минуя пробки, мы постараемся доехать до континента и погонять на коньках, наконец-то, на роликовых. Я думаю, что они до 9 работают. Наверное. Ну, на часик возьмем на первый раз, покатаемся. Ну. Посмотрим. В общем, едем, слушаем Фрида из Грейси. Стоим в пробке, точнее. Друзья, мы приехали. Между прочим, не прошло, наверное, 30 минут, как мы приехали. Ролики в пакетах. К сожалению, нет у нас сумок никаких специфических. Мы так и не купили их. Специализированных. Да, вон выход. Точнее, вход. Вот, идем в континент, посмотрим. Вообще первый раз, если честно, туда идем кататься, поэтому вообще не знаем, как, что и почему. Вообще, конечно, на роликах зимой, не знаю, мне кажется, есть свой кайф. Получила роликом в голень. Бывает же такое. Алиса, какой кайф есть? Роликом в голень получать? Да. Я правда что на роликах зимой и на коньках. Да, да. Да и на коньках надо сходить как-нибудь в арену и покататься. Все, друзья, мы уже на роллер-дроме, как вы заметили уже. Мы на конечках наших роликовых. Ноги вообще пипец. У меня ступни просто в таком диком напряжении, что я не могу вообще. А еще у меня завтра, мне кажется, вообще не стану с кровати. У меня так будут ноги болеть и задница. К обеду нужно идти к лору. Насчет уха Лискиного. У меня уже третий раз подряд болит ухо. И что-то как-то это ненормально. Не знаю. У меня был отит в детстве. Мне прокалывали уши, два уха прокалывали. Ужас. Да. Ну, что могу сказать тебе? Поиграем в догонялки? Нет, я здесь боюсь. Здесь на самом деле, я бы не сказала, что прям очень-очень круто. Есть вот такие вот швы, покажи. Но. И когда нога попадает в них вот так вот, колесо, то, блин, я, например, уже сейчас чуть не навернулась. Погнали. Судорогой ноги, а Миша катается. Вон там, прямо. Я сел рубашку снять, а Алиска уже меня потеряла, по-моему. Ага, увидела. Мастерски села, я криво сел. Я тебя потеряла, я смотрела. Да я видел, да. Я думаю, что мы сходим сейчас в спортмагазин еще. Здесь есть. Посмотрим скейты. Потому что я бы с удовольствием вспомнил былое и продырявил бы свои кеды об шкурку скейта. Мне кажется, я забоюсь опять на скейт. На скейт? Да мы же недавно катались, ну как, относительно у арены, помнишь? Да, но это не было. Ну, три года назад. Ну да, но все равно. Ну, что-то, у меня так получалось. Да, я помню, что я себе ногу стерла. У меня были, я была в балетках, я себе стерла ногу. А, потом ты я делала твои кеды. Да. У меня фотка есть там. Да. Там, где пишет, что, размер небольшой? Не, самое то 44-й. Поехали? Давай. Thank you.
вышли из роллер-дрома. Сейчас покажу его как бы со стороны. А вон он там. Да, мы как-то подходили. Да, даже не год назад. Или да, мы не больше, а раньше, наоборот. Да? Вот мы когда-то были, с той стороны мы показывали. Mm-hmm. В общем, накатались целый час. И сейчас как-то ходить странно. Как мы на прыжку идем. Да. Нам надо было, наверное, спуститься на этаж ниже. Потому что нам в спортивный магазин, а спортивный магазин находится, насколько я помню. А мне кажется, это есть. А его что-то я вообще не вижу. Не на этом это. А, вон там, вон, наверное. Ой, мы тут были только что катались. Девушки пришли посидеть. Да, потому что они пришли и не катаются. Минут 20 назад и сидят здесь. Они, ну, видимо, не умеют. А, нет, они не умеют, они реально встали. Нет, и... не, я не договорил. И не хотят, я хотел сказать. Вот, ладно, вон там он спортмагазин, следующая улица. Посмотрим. Но скейты. Вниз, внизу. Нет, ну да, на этаж ниже. Скейты и чехлы для роликов. А что-то в пакетах-то не очень удобно. Хотя, опять же, насколько часто мы будем ходить, можем. Вот именно, но залениться. То, что они лежат в этом чехле. Ну, чехол 500 рублей стоит. Как-то 1000 рублей. Чего это не 500, дороже, по-моему. 500, ну или 600 там. Ну смотри какой, ладно, пойдемте посмотрим их. Короче, были мы с Алиской в спортивных магазинах. В Ашане. Да, в Спортмастере, в Ашане. И Мегаспорт или что это было в этом континенте? Спортмастер? А нет, стоп. Нет, там какой-то просто спортивный магазин. Ну да, короче, там один скейт был дерьмовый такой какой-то. А в Ашане по 1000 рублей, но все убитые уже на полках, но убитые. А в Триал? А, в Спортмастере, нет. В Спортмастере вообще? В Спортмастере нету, и просто, ну, наверное, не сезон. Ну да. Наверное, когда весна начнется, или хотя бы середина весны. Вот. Так что со скейтами пока облом. А эти чехлы для роликов 700 рублей стоят? Ну, подумаем, не знаю. С другой стороны, господи, в пакет кинул, пришел. Да, понятное дело, в пакет кинул, пришел. Тем более на машине. Ладно, едем домой, в общем. Сейчас будем салатик шинковать. Как он называется? Парижская буренка. Парижская буренка, надо типа по типу феты. Что-то по типу. По-моему. Хотя может я ошибаюсь. Короче, мы поужинали, я уже доработал. Сейчас отсылаю материал на сайт. Так ты доработал? Да. Так разбирай бумаги. Я тут должен папочку одну разобрать вон ту. Там всякие бумажки, всякие медицинские, и всякое. Много, премного вообще всего. А, сейчас с братом переписывались, он, кстати, посоветовал чувака одного посмотреть. Грег Плит. Или Пилт. Блин, Плит, Пилт. Ну, короче, можете прогуглить. А, между прочим, 17 января, оказывается, погиб. Плит. Вот, Плит. Вот он. Это, короче... офигенский мотиватор и чувак, который вообще знает, как прокачаться. Все, друзья, короче, будем это пить чаек. У нас тут чаек с апельсином, корицей и все, да? Больше ничего нет. Да. Зеленый? А, черный. Апельсин и корица. Эрл Грей. Нет, черный базилур. Это базилур, да. Ну ладно, хорошо. Базилур, короче, попьем и будем ложиться спать. И увидимся с вами. Ты еще будешь папку разбирать. Да, еще нужно эту папочку разобрать, вот ту самую. Ты ее уже показал. А я еще раз покажу. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Покеда! На сайт зайдите, не забудьте, подпишитесь там тоже, зарегистрируйтесь. Петушка поймал. Ask yourself some beaches.